Всем привет! С вами Алексей, канал Жор. Как вы знаете, на канале выходит видео не только про рыбалку, но и про грибы. Сегодня я приехал в Лисички первый раз в 2022 году. Со мной Стас, вернее я с ним. Он привел меня на места. Как всегда, сейчас убежит. Ну что, я попробую для вас снять это. Так что го со мной. Первое. Целая поляна, комары секут, конечно, вообще. Комары секут по-жесткому, блядь. Просто. Просто кусают. Нас сейчас еще как лосей нас, блядь, перебьют тут. Подумают лось. Ну не такие под. Ты берешь все или подгнилывшие не берешь? Ну я гнилые не снижаю, так прикрываю их листиками. Ну короче, просто чтобы они были прикрыты. Ну да, здесь крутая нашел, да. На зелененьком, да? Комары, конечно, демоны. И вообще гнилых лисичек раньше не видел никогда. Вот буквально сейчас увидел. Думал, они не портятся. Комары, конечно, да. Наслаждение немного портит. Даже моментом тут невозможно насладиться. Чтобы быстрее освободить две руки. Для защиты. Не под носом. Вон еще Стас нашел. И вот еще тут. Красотульки. Такая себе херня. Ну тоже нормальная еще. И вон. Интересная. Двойная такая лисичка. Цветочек. Ну, нарвались на поляночку. Целый букет. Тут еще торчат. Ну, коленники надо было взять. Годились бы сейчас. Сыроежка. Фу. И стаю комаров тоже, блин. Вместе с ними. А, грызет же, грызет. И не отпустит же он. Ну, тогда не пойдем. А мне кажется, наоборот, там все. Сделал несколько шагов. Еще. Столько комаров, что невозможно. Я думаю, куда они все делись-то, комары эти? Они вот где прячутся. А!
Что там у тебя, чудо? Чуть это не срезал. Подожди, подожди. Окей, подсушим трошку, ну классно сразу. Где-то от полчаса до часа. Я думаю, что час, Стас говорит, полчаса. Ну вот так. Какой-то лес одних склонов. Вон металл какой-то торчит, кусок. Это было, да? Арматуру, наверное, выбивали с бетона. Ну. Лесная. Сыроежечки пошли. Вот. И комариков здесь побольше. Значит, тут и лисички где-то. Свалка вон какая-то. Нора, говорит Стас. Говорят, что динозавры умерли. Так это они ходили. Как эти комары гасят, а? Не щадящие никого. Ты что, боровик, что ли? Похоже на то. И киньте. Ну, и лисичек еще ставил. Еще и лисичек ставил, он нашел. Банда лисичек. И главный дед это боровик. Ну, в натуре боровик же. В натуре. Червивый, правда, конечно же. Жив, ну. Да? Ну, боровичок, смотрите, червивый, правда. Ну. Червивый боровик, ставим его белочком. Я как бы и не думал, что он нормальный. Чего они тут стоят? Три штуки. Тоже нашел? Тут торчат такие. Раз. Еще. Окей. Ладно, красотка такая. Все в краске, да? Ну вот сейчас я вас найду, банду вашу. Так, начнем отсюда. Ну. Вообще, тут такой овражек. В спину. Вон они еще. Еще нашел. Подожди, братан, у меня тут поперло.
С этой стороны тоже делятся. Сидят. Какие-то покрышки везде лежат. Вон, среди леса. Кстати, много так. Ну, насобирали трех лисичек. Завтра угощу Сергея. Сейчас притянул палку. А вот и я. Смотреться. Комаров просто жесть. Это нечто.